сегодняшний день, наверное, одна из самых главных наших задач – это обеспечить равный доступ к животному миру всех наших охотопользователей. Почти 50 тысяч охотников у нас в Вологодской области. И обеспечение равного доступа – это, наверное, основная задача. Но мы понимаем, что необходимо сводить к минимуму нарушения в лесу, особенно жестко пресекать браконьерство. С привлечением всех заинтересованных сторон, это управление внутренних дел, это и МЧС, это и лесопользователи, мы должны жестко пресекать браконьерство, возбуждать уголовные дела и вообще вытравить эту заразу из нашего региона.